продолжаем рассказывать об обитателях приемника для безнадзорных животных. Мы надеемся, что с нашей помощью живущие здесь собаки и кошки найдут хозяев. Герой этого выпуска – щенок-подросток Шастик. Шастик попал к нам маленьким щенком вместе с братиками. Братики были пушистые, красивые, их раздали, а Шастик оказался менее симпатичным, хотя тоже очень симпатичный щенок, и засиделся у нас немножко. Вот. Шастику сейчас скоро год. Шастик больше не вырастет, будет такого размера, как сейчас. Он жизнерадостный, неунывающий, позитивный и оптимистичный парень. И любит новое. Очень общительный и приветливый пес. Быстро все схватывает. К туалету его надо приучать. Он, как все дети подземелья, вырос в клетке. И к жизни в квартире его надо адаптировать. В принципе, он быстро адаптируется к жизни в квартире. Шастик прекрасно подойдет в семью с детьми. Энергия вашего ребенка найдется в компании собаки, достойное применение. По всем вопросам, связанным с пристройством щенка, обращайтесь в группу приемника ВКонтакте или звоните по номеру, который видите на экране.